Здравствуйте! Вы смотрите программу «Вопрос эксперту». Сегодня в студии Оксана Симушина. Симушина Оксана – ведущий специалист, эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Недавно я заметил в одном из магазинов нашего города объявление следующего содержания. В связи с тем, что осуществляется переоценка товара, администрация магазина просит уточнять цены у продавцов-консультантов. Законно ли содержание данного объявления? Согласно правилам продажи отдельных видов товаров, продавец обязан своевременно, в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах, в том числе цену. Правило обязывает продавца обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника. Кроме того, согласно закону о защите прав потребителей, продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Таким образом, размещение подобных объявлений в торговых точках незаконно. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, необходимо помнить, что вы вправе требовать, чтобы вам продали товар по цене, указанной на ценнике. В случае отказа необходимо обратиться к администрации магазина, а также оставить запись в книге отзывов и предложений.